Звучат последние звонки в школах городского округа. Впереди у ребят экзамены и торжественные выпускные вечера. Театральная школа «Логос» своих выпускников уже поздравила. Как это было, смотрите в следующем сюжете, который выходит в эфир в рамках реализации проекта «Культура в событиях города». В городском округе началась череда последних звонков и выпускных вечеров. Выпускной в общеобразовательной школе – очень важное и трепетное для каждого школьника событие. Но не менее волнительные – выпускные в учреждениях дополнительного образования. Так, в театральной школе «Логос» состоялся выпускной вечер. Ребенок в театральной школе учится длительное время, также проходя образовательную программу по разным дисциплинам. За время обучения ребята очень сближаются. Коллектив становится одной большой семьей, частью которой являются и родители. Вы знаете, очень волнительно, потому что это огромная часть нашей жизни, и сейчас немножечко, кроме волнения, радости, небольшое чувство огорчения, сожаления, пустоты, а как дальше? На праздник пришли не только взрослые участники, которые стали аттестованными юными артистами, но все ученики школы театра. В театральной школе все по-настоящему. Чтобы получить дипломы, ученики должны были сдать экзамены. В 2022 году в «Логосе» три выпускника – Артем Толстыкин, Арина Соломонова и Лидия Филимонова. Руководитель и педагог школы Светлана Трунова торжественно вручила ребятам дипломы. Итак, позвольте вручить настоящее удостоверение о том, что была получена предпрофессиональная подготовка в театральной школе «Логос» по программе «Искусство театра. Срок освоения 5 лет». Соломоновой Арине Витальевне! Получает Толстыкин Артем Алексеевич! И наконец-то! Предпрофессиональную подготовку в театральной школе «Логос» прошла Филимонова Лидия. А так как школа не простая, а театральная, то и выпускной тут необычный. С песнями, розыгрышами и подарками. Не обошлось и без нотки грусти. Из такого дружного коллектива уходить совсем не хочется. Это были самые незабываемые мои 5 лет учебы в данной школе. Я очень благодарна Светлане Владимировне за то, что она нас научила многому. Мы можем делать все, что угодно. Мы можем даже быть вешалкой элементарно. Мы можем просто все, и ей за это огромное спасибо. Театральная школа дала мне, можно сказать, очень колоссальный опыт. Я рад, что этот момент был в моей жизни. Я очень благодарен всем, кто был рядом. Очень сильно благодарен Светлане Владимировне, потому что если бы не она, то вряд ли я был бы сейчас таким, каким я есть. И вряд ли мы все были бы такими раскрепощенными. За 6 лет я встретил очень много приятных людей, с которыми я общался, дружил. И это так приятно, если честно. Общие и индивидуальные репетиции, выезды на конкурсы, прогоны и быстрое переодевание в гримерках между номерами, разные казусы и долгожданные триумфы – есть что вспомнить. Вопрос, трудно ли расставаться с друзьями, даже неуместен. Да. Да. Мы очень большая семья, и вот даже взять все наши проблемы, все наши там ссоры, под конец года мы стали очень дружными, и это отличительная черта коллектива «Логос». Несмотря ни на какие проблемы, это всегда позитив и всегда доброта. Нельзя в этой жизни, Россия всегда. Рядом
Рядом с ребятами были актеры Народного театра «Логос». К слову сказать, выпускница театральной школы Арина Соломонова с театром не прощается. Девушка становится участницей самодеятельного взрослого коллектива Народного театра «Логос». Юлия Цыганова, Ирина Соломонова, Тихоокеанское телевидение.